Друзья, привет! Мы приехали в Хабаровск. Ни разу здесь не был. Хабаровск радует, уже радует солнышком, ясной погодой и улыбками людей, которые нас встречают. Сейчас поедем в отель, доспим. В самолете пару часов удалось кимарнуть. А потом у нас в академии будет мастер-класс. Завтра и послезавтра большой семинар. Так что вас ждет большая культурно-образовательная программа. Смотрите нас. Друзья, город Хабаровск основан в 1858 году. Именно на этом месте высадился лейтенант Дьяченко и вбил кол, на котором написал: «Вот здесь будет город». А мы находимся на историческом месте, где стоит памятник графу Муравьеву-Амурскому. Именно это изображение мы видим на 5000-й купюре. Друзья, это Амур. Местные жители, кто постарше, еще помнят, когда вода была прозрачной, и там на городском пляже люди купались. Сейчас, конечно, уже экология не позволяет. И, к сожалению, водными видами спорта, вейксерфингом моим любимым, занимается немного людей. Белый порошок. Самолет не пустят с таким. Хороший товар. Друзья, второй день в Хабаровске. Сегодня большой семинар. Обещают быть 150 человек. Мы world class
восточный. Welcome to. Друзья, ну вот мы уже здесь. Волнение. Надо справиться с волнением, сделать дыхательные упражнения. Много людей. Помните эти? Вот нос сюда-сюда. И во дворе трава, на траве трава. И так далее, и тому подобное. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Доброе утро. Здрасте, здрасте. У меня 5 утра, поэтому если вдруг буду подтупливать, не обессудьте. Ну, поговорим о питании, о спортивных добавках, о тренировках, о построении тренировочного цикла, о функциональном тренинге, также о персональном тренинге и, наверное, о спортивной подготовке, если это интересно. Чтобы отдохнуть и отключить голову, не нужно куда-то уезжать, не нужно бухать, не нужно там как-то по-другому себя релаксировать. Можно просто потренироваться хорошо и получить вот это удовольствие и такой инсайт. И тренировки как раз позволяют укрепить дух, создать здоровое, красивое тело и позволит вам увереннее себя чувствовать в социуме, быть дисциплинированным, соответственно, лучше работать, раньше вставать, меньше болеть, получать от жизни больше положительных эмоций, активностей и быть здоровым и быть здоровым долго, на долгие годы. Вот путем каких-то упражнений, или вы видите, где не хватает растяжки, видите, где не хватает гибкости, видите, где слабые участки, и работаете целенаправленно над этими участками тела, чтобы их усилить, укрепить. Но и, соответственно, внешний вид вы тоже можете изменить путем правильно подобранного комплекса упражнений. I'm gonna shake your body, I'm gonna feel your body, I'm gonna dance tonight, the rhythm of your heart. I say to the people, listen to her get deeper, we need to change the world, so everybody say. I'm gonna shake your body, I'm gonna feel your body, I'm gonna dance tonight, the rhythm of your heart. I say to the people, listen to her get deeper, we need to change the world, so everybody say.
я начал говорить о комплексном подходе. Комплексный подход не только к человеку, но и к тренировочной программе, который должен включать в себя а. тренировки, б. питание, с. восстановление, спортивные добавки и психологический настрой. Вот это вот все дает результат. Массаж, баня, миофасциальный релиз, избежание травм. Это спортивные добавки, применяются с умом. Это знания в этой области и общение с коллегами, с людьми, которые больше вас знают, большего достигли. Это позитивный настрой. И это ваше отношение к жизни и особенно ваш образ жизни, что подразумевает собой хорошее окружение, хорошую работу, высокий там, социальный статус, счастливая семья. То есть понимаете, чтобы вы успевали все и на работе, и в жизни, и в спорте, и чтобы все у вас было хорошо. Я вам искренне желаю быть здоровыми и счастливыми. Спасибо. Танцами занимаешься? Какие мультики спортом любишь? Пока не... Ну, нет. Скоро начнешь. Это нет, твоя мама? Хотел поделиться с вами впечатлениями. Мы в Хабаровске, вот уже второй день. Все очень нравится. И это не обманчивое впечатление. Это действительно прямо, вот мне кажется, так оно и есть. Город душевный, люди добрые. Очень приятная атмосфера. И такое ощущение, как будто нахожусь на отдыхе. Как будто бы на каникулах. Очень приятные рестораны. Хорошие вкусные места. Замечательное обслуживание. Надо заметить, что очень красивые девушки. Такая пауза, я думаю, блин, зря я это сказал.
Ксюх, я же, ну, у меня же вкус хороший, я же вот на тебя сразу это внимание обратил. Правда, парни, если невесту хотите найти в Хабаровск, приезжайте прямо к красивой девушке. И здесь это Pacific Strong делает по бикини соревнования, обучение, и они прямо еще и красивые, и еще и с фигурами, и прямо вот все спортивные. В академии провел мастер-класс, такой Fight and Functional Club Академия. Очень понравился зал. Функционалочка, мешочки, тренажерчики, штанги. Прям супер все. Светлый, чистый, прям замечательный. Вот такой вот Fight Club, в котором вкусно пахнет, знаете. Такое тоже, оказывается, бывает. Приятно. Провел тренировку, как всегда, приехал в другой город, значит, надо сделать что? Потренироваться. Место самое такое знаковое – утес, набережная Амура. Здесь стоит граф Муравьев Амурский, который на 5000-й купюре изображен. Вот прямо вот на этом месте, где начался Хабаровск, провел занятие. И это тоже так очень-очень приятненько. И вообще, ну, такая хорошая дружеская обстановка. Спасибо еще раз хочу сказать организаторам. Eat for Fit, приятненький магазинчик. Их здесь несколько. Если в Хабаровске надо добавки, надо прям туда идти и выбирать. Сан там тоже есть. Ну, вы поняли. Ресторанчик понравился. Называется «В дрова». Его показывали в этой, как ее, летучая. Передача-то есть, «Ревизора». Вот, и мы решили туда тоже попасть. Ну, там встречают прям вот эти вот размалеванные комедианты, дай пять, там чао, грация и так далее. Как прям в Италии сидишь, они галдят, чтобы позвать официанта, надо кричать «Мамма мия!» Они говорят «Сэй!» И так весело очень. И вот визитку взял эта владелица, оставляет визитку, чтобы если что-то не нравится, пожалуйста, пишите. Я бы вот хотел, чтобы в каждом нашем спортивном клубе владелец оставлял свою визитку, чтобы можно было написать: «Слышишь, дорогой товарищ, вот тот тренажер, который 2 месяца уже стоит, надо починить». Вот. И если человек отвечает: «Ксюх, надо тебе, кстати, вот в твоем будущем ресторане вот такие визиточки положить, что я Ксюша Ешенькина, если вам что-то не нравится или нравится, напишите свой отзыв, пожалуйста, вот на эту почту». Ну, вообще молодцы, очень-очень работают хорошо и вот с душой. Берите на заметку. Сказать слова благодарности этим прекрасным людям, этому замечательному городу, в котором я провел 3 дня, посетил World Class. Мне нравится World Class, я занимаюсь World Class. В World Class хорошо, это гарантия качества. И спасибо World Class за то, что предоставил большое помещение, куда пришло огромное количество людей. У меня рекорд, больше 150 человек на одном семинаре. Потренировался классно в логово CrossFit. Спасибо, Вася. Вот моя первая кроссфитовская мозолька. Сорвал все-таки. Классный был ввод, буду тебя помнить всю свою жизнь. Хорошо время провел. Спасибо, Eat for Fit. Спасибо, Миша. Слушай, ну, нет слов. Все прекрасно, организация замечательная. Хотелось бы приехать сюда снова. Ксюх,
давай как-нибудь в Хабаровск съездим. Лететь далеко, но самолет хороший, большой, можно сидеть, смотреть кино, делать видосики для вас, дорогие друзья. Здесь много храмов, много красивых мест, летом вейксерфинг на Амуре. Я думаю, что нужно будет посетить Хабаровск снова. Сходил на радио, посидел в наушниках, поговорил о здоровом образе жизни, о бодибилдинге, фитнес-бикини и мэнс-физик. Ну, как у меня это обычно происходит. ЗОЖ. О спорте, о здоровье, о красоте, о любви. И хотелось бы вам, дорогие друзья, пожелать правильно питаться, заниматься регулярно, вовремя ложиться спать, быть здоровым и красивым. Удачи!